меньше, а проблем все больше. Выдержит ли нагрузки эта система? И чем мы располагаем для построения другой системы, адекватный росту нагрузок? Только, пожалуйста, не надо мне говорить, что мы вырастили новых, активных, рациональных людей. Вы предъявите бытийственность этих людей, а также социальных систем и групп. Перефразировав древнегреческого философа, могу сказать: покажи мне, каким потенциалом бытия располагаешь. Такова должна быть политика. Даже политику в ситуации бытия начинает открыть, не обсуждая потенциал бытия другой страны. Есть страннее другое. Налицо два типа действий, осуществляемых параллельно. Один тип действий – триумф патриотизма в связи с Южной Осетией и Абхазией, посылка самолетов и флота к берегам Америки, накаленная антиамериканская информационная война, ведущаяся нашими телеканалами и доходящая до обсуждений на основном государственном телеканале версии, по которой ЦРУ взорвала в 11 сентября 2001 года, наращивает нагрузки на систему. И все было бы ничего. Но другой тип действий, параллельный, вот что особо странно, делает систему все более хрупкой. Я имею в виду подробно проанализированный мною феномен Ремчукова, назначение Чубайса главой Роснанотехнологий с параллельным и триумфальным приходом в Международный совет ключевого американского банка Морган Хосе. А какое место в ситуации наращивания давления на систему и ее хрупкости занимает убийство Руслана Имадаева, фантастическая эскалация ингушской напряженности, явная попытка обострить осетино-ингушские отношения? Без ответа на основной вопрос, который я задал, описанный мною странной хрупкой, будет продолжаться. И в его основе противоречивость класса, который хочет умилостивить Запад, чтобы оставить в целости и невредимости свои зарубежные счета и покуражиться, погрозить Кусткиной матерью. Все это было, если бы повторяющий еще раз, и к ослаблению способности системы выдерживать эти нагрузки. Но мы же все понимаем, что такое одновременное наращивание нагрузок на систему и снижение ее прочности. Это развал. Когда прочность снизится до критической, а нагрузки достигнут максимума, система схлопнется. Она просто не может не схлопнуться. Нельзя одновременно проклинать американцев, грозить им бронированным кулаком и идти в постиндустриальное, будучи под знаменем Чубайса, всегда да нельзя американизированного, американизирующегося теперь больше, чем когда бы то ни было. Или кто-то считает, что так можно, но пусть он объяснит обществу, на чем основана такая уверенность. Нельзя ставить на уши уже утвердившийся американский гегемонизм, совершая беспрецедентное действие с признанием Южной Осетии и Абхазии, которое я всячески поддерживаю, и аранжировать это действие с планами и посудами Ремчукова. Нельзя возвеличивать героизм тех, кто воевал в Южной Осетии, это возвеличивание я, опять же, поддерживаю, и сквозь пальцы смотреть на убийство брата одного из героев этой войны, совершенное в зоне ответственности ВСО, в час пик, на глазах у всех, чуть не под стенами здания правительства рядом с британским посольством. Это даже не ситуация, когда правая рука не знает, что делает левая. Это ситуация, когда правая рука давит на систему, а левая ломает в этой системе все ребра жесткости. Класс под патриотические фанфары сдает Россию? Или он готов сказать, что Россия для него дороже накопленных и вывезенных на Запад состояний? Или же он раскалывается на тех, кто говорит «Родина», и тех, кто говорит «Бабки»? Нужна ясность, но ее нет. Класс хочет спрятаться от прямого вопроса «Родина или бабки?» Не «Родина и бабки» уже кажется, что Россия не закрываешь, а «Родина и бабки?» Его бы поставить этот вопрос. Мы не имеем права задавать себе этот вопрос. Памятная всем, наверное, песня пелась. С чего начинается Родина? И перечислялась. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, с песней матери и прочее. А дальше говорилось. С того, что в любых испытаниях у нас никому нет нять. Но у нас же отняли. По факту взяли и отняли. Нет, сэр. Владимир Владимирович Путин сказал, что распад СССР – это геополитическая катастрофа. И я его в этом всецело поддерживаю. Но мне кажется, что настало время сказать гораздо большее. И что это «большее» обязано быть сказано именно теперь. Большее же состоит в том, что распад СССР – это катастрофа не только геополитическая, но и метафизическая. Это прежде всего метафизическая катастрофа. Ибо быть было угодно заметь первородство за чечевичную подлику. Царство и количество ворвалось туда, куда оно не врывалось ни при каком нормальном капитализме. Да и ненормальном тоже. Такой экспансии количества в сферу качества не видела никакая Колумбия.
Такая экспансия количества — это метафизическая катастрофа. Она бросает вызов жизни человеку. Она создает факт жизни человека. Мы не можем на новый день свой понять, как следуем, что это такое. Сегодня уже не может быть политики, оторванной от метафизики, от экзистенциальных вопросов. В момент, когда встает и кром вопрос, быть или не быть России, подчеркиваю, не вопрос, как я быть, а вопрос, быть или не быть. Только экзистенциальное и метафизическое начало может придать политике упругость и эффективность. Так что же такой вызов иметь? Вызов количества, вызов антибытийности, вызов пост жизни. Оторвав эти вопросы от политически актуального, мы рискуем погрузиться в пустые умствования. Но, подчинив эти вопросы злобе дня, мы не придадим искомой политике экзистенциального качества. Вот почему я обращаюсь к опыту тех наших великих философов, которые не чурались политики и не скользили по метафизической поверхности. Я по-своему трактую этот опыт, но не подменяю его анализ своими собственными построениями. Первым из таких философов, к которому надо обратиться за пониманием феномена пост жизни этого человека, является Федор Михайлович Достоевский. Это он сказал устами своего героя в записках из подполья. Это уже не жизнь, господа, а начало смерти. Что самое важное в этих словах? Понятие о начале смерти. Смерть для Достоевского не одномоментна. Она начинается и длится. Длящаяся смерти есть пост жизни, а плывущий в потоке пост жизни по человеку. Глубже всего Федор Михайлович рассматривает это в своем «Бабке». Вчитаемся в его сокрушительные метафизические и политические пророчества. Я уже обсуждал феномен неприличности Линчукова и спрашивал себя и других, что это? Достоевский отвечает, это пост жизни. И связывает пост жизни социальное, политическое и культурное явление с возрастанием этого самого неприличия. Заголимся. Восклицает герой Бабка, объят явления. Достоевский, исследуя личности явления, говорит о других каркасных личностных конструкциях, атакуемых тлением. Например, о способности удивляться. Он говорит о том, что тление личности порождает способность не удивляться ничему на свете. И что эта способность почему-то признана правящим сословием Российской империи за хороший тон.